Мої вітання в ефірі «Південні Лани». Я Федір Бондар. Сьогодні, буквально напередодні жіночого свята, у нас в студії жінка і аграрій Людмила Геннадіївна Клібанова, голова правління громадської організації Всеукраїнська рада жінок фермерів. Я вас вітаю. Добрий. І вітаю в студії, вітаю зі святом. Дякую. Приємно буде з вами поспілкуватися. І, можливо, щось таке корисне дізнаються і наші глядачі. Ну, по-перше, кілька слів про організацію. Коли вона створена, для чого взагалі, як так сталося, що саме жінок фермерів? Ну, Всеукраїнська общественна, вірніше, Общественная организация Совет, Всеукраинский Совет женщин-фермеров был создан в 1998 году. Mm. Если вы помните, это было такое очень время массового развития фермерства, но и в то же время это был самый сложный период для становления фермерства, потому что у нас, как всегда, знаете, государственная политика резко такая бросается из полумята в пламя. То нужно создавать фермерство, развивать фермерство, то не нужно развивать фермерство. И вот для того, чтобы защитить свои семьи, защитить своих мужей фермеров, для того, чтобы действительно привлечь внимание и державы, и международных, в том числе, организаций, фондов, вот женщины-фермеры решили создать Всеукраинский совет женщин-фермеров. И я вам хочу сказать, что тогда это было не так-то просто создать. Вот. Но для этого понадобилось очень много времени. Допустим, почему вот меня пригласили, потому что у меня уже был опыт создания общественных организаций. И оно, это общественные организации в Одесской области были. Тогда еще не было у нас уставов, знаете, типовых, как сегодня можно создать все документы эти. Вот. Мы создали и вот работаем. На следующий год нам 20 лет. Основная задача – это, конечно же, развитие частного предпринимательства, массового такого, и развитие, ну, в широком смысле слова фермерство. Почему? Потому что фермер – это ведь не только человек, который вот имеет юридическое лицо фермер. Это любой человек, который занимается на земле. Тогда это было сложно, потому что, ну, с одной стороны, у нас все как бы люди массово бросились в предпринимательство, но то, что касается вот фермерства, это, конечно, требовало, скажем, такого глубокого анализа всей законодательной базы. А на тот момент еще не каждый имел доступ. И вот одна из наших задач Рады была именно такое, знаете, популяризация, проведение семинаров, тренингов, такое как бы образовательные кампании для того, чтобы мы приглашали лучших специалистов у нас, в том числе по законодательной базе. У нас были те люди, которые разрабатывают законы. Мы приглашали как бы представителей науки, напрямую работали с депутатами Верховной Рады, с местными депутатами. И те вопросы, которые возникали, очень сложные вопросы, нам удавалось их решать именно через прямой вот такой вот диалог. Но я вам хочу сказать, что как бы если учесть то, что вот создание Всеукраинской общественной организации, женской именно, это и по такой как бы положительный имидж державы на всемирном таком, на международном уровне, потому что это говорит о том, что в данном государстве поддерживаются и охраняются права женщин. И держава делает все для того, чтобы она могла раскрыть свой интеллектуальный, творческий потенциал. В вашей организации только женщины? Нет, у нас есть, ну, членами организации могут быть только женщины, но у нас есть ассоциированные женщины, у нас, члены, у нас есть почетные члены, и мы всегда говорим, что мы создали свою женскую организацию не для того, чтобы быть там против мужчин-фермеров, а для того, чтобы самые лучшие мужчины и фермеры, и вообще Украины были в наших рядах и поддерживали нас. Ну, и, может, где-то там глубоко хотелось еще и пример показать чем-то, да? А вы знаете, вот не было такого, каких-то таких амбициозных вещей не было на тот момент. И вообще, вот, к сожалению, наверное, что я не амбициозная. У нас была потребность.
Понимаете, вот выстоять, защитить свое право на то, что мы имеем право работать на своей земле, быть хозяевами на своей земле, что мы хотим, чтобы наши семьи, наши дети имели будущее и жить достойно. Вот, вот это была основная задача. Я так понимаю, правильно я понимаю, что речь идет о представителях малого и среднего аграрного бизнеса? Вот именно Рада женок фермеров, это мы защищали именно интересы малых и средних. Потому что, вы знаете, фермерское движение, оно, как никто, очень социально расслоено. Мы знаем, кто пришел в фермерское. Те, кто были председателями колхозов, и которым достались все, понимаете, благо, да, вот от той жизни. И пришли те, которым, что называется, ни гвоздя не досталось. Вот мы на стороне тех, кто, вот малые и средние, кому нужна была поддержка. Потому что тем не нужна была поддержка. Можно ли говорить о каких-то успехах? 19 лет все-таки. Вы знаете, ну, у нас очень много успехов. Ну, самый главный, наверное, успех – то, что мы до сих пор работаем и активизируем свою деятельность. Вот, мы очень много вот, работали на в тот момент, когда только начали с депутатами Верховной Рады. Я вам хочу сказать, вот, что именно Рада женок пробила путь президентом Украины, и после, так, значит, уже на протяжении многих лет они посещали все съезды, и как бы вот до недавнего времени тесно сотрудничали мы со всеми органами власти. А мне, например, очень приятно отмечать тот факт, что в свое время мы, у нас такие были тесные контакты, наверное, помните, была Катерина Тимофеевна Ващук, депутат Верховной Рады, и она возглавляла комитет аграрный комитет Верховной Рады. Вот. И она всегда с нами спілкувалась и всегда говорила, ну, что потребно сделать. И мы выступили с такой инициативой, если вы помните, что 99-й год распаивания земель началось. Вот мы, кстати, массово проводили информационную разъяснительную работу по всем областям Украины. Мы провели очень много, почти 1500 семинаров. И мы говорим, ну, великая несправедливость. Ну как это так? Самые главные две как бы профессии в сельской местности, которые, от которых зависит наше будущее, наше, ну вообще наше будущее, это образование, здоровье, сельские учителя и сельские врачи, они на тот момент остались без земли. То есть им не было, они не входили в эту распаевку. И надо отдать Катерине Тимофеевне должное, что она этот вопрос решила, и очень скоро наши все вот как бы социальная сфера в селе получили эти как бы, ну, вот эти паи. Очень много было случаев, когда, ну, такой термин, не хочется его употреблять, но он, наверное, до сих пор живучий, когда наезжали, что вы называете, на фермеров и на женщин. Вот. И вот именно благодаря то, что у нас есть общественная организация, мы, конечно, что называется, вот стеной вставали и защищали. Точно так же, как и у меня было, когда мне в 2006 году, когда я выиграла 12 судов по земле людям, схватили на ступеньках в Киеве, да, и бросили в Черный Воронок. И вот благодаря только людям, организации, как бы вот это все помогло. Мы благодаря вот как бы Раде, мы очень много международных проектов выполняли, то у нас более 250 женщин прошли обучение в разных странах мира. И надо сказать, что все женщины, которые прошли вот по программам, все являются успешными фермерами. Вот. Уже и дети их также обучаются, продолжают. У нас очень хорошие отношения с Николаевской областью. Во-первых, Николаевская область у нас была в числе засновников нашей организации. И несколько вот проектов ООН, мы тогда выполняли, поддержка женщин-фермеров Украины здесь очень работала. Потом мы выполняли, значит, домашняя экономика, это Швеция нас поддерживала, СИДА, с аграрным институтом, с аграрным техникумом работали, и надо сказать, что вот, ну, как бы вот хорошие такие у нас отношения с Николаевской областью. Ну, Николаев, это с университетом. Да, и вот сейчас у нас украинский проект, вы знаете, бизнес развития плодовощеводства, вот Николаевская область, наша организация также является партнером этого проекта и вот проводит здесь мероприятия. Я должен нашим телезрителям сообщить о том, что наша гостья приехала специально для записи из Одессы. Так что тоже можем оценить, до какой степени близки, в принципе, связи. Немного у нас времени остается, 4 минутки буквально.
Серьезные вопросы, невзирая на то, что вот в прошлом году, ну в текущем году у нас рекордный урожай, в текущем маркетинговом году, и вроде как постоянно сельское хозяйство единственная отрасль, которая постоянно развивается, наверное, нельзя сказать, что все там так легко и хорошо. Что, по вашему мнению, тормозит, мешает развитию сельского хозяйства и села вообще? Мне кажется, что основной тормоз – это в том, что мы вообще не чувствуем нашу страну и что ей надо. Мы все время какие-то хотим перенести, знаете, модели откуда-то, не понимая, что здесь оно не работает. Действительно, мы сегодня, с одной стороны, Украина занимает первое место по экспорту зерновых, масла. Уже сегодня у нас пошел там соя, то есть очень-очень много. Но почему у нас нет дорог? Но почему мы так плохо? Почему у нас хлеб дорожает? Почему? Почему у нас сегодня такая нищета в селе? Вероятно, как-то не так перераспределяются. Нет, понимаете, не средства. Работают социальные лифты, да, и, к большому сожалению, у нас нет понимания того, что это государство и коммерческая структура – это разные вещи. Понимаете, в государстве оно должно все работать, друг друга поддерживать, помогать или еще что-то. А так, конечно, вы знаете, вот я очень... Вот дороги для нас болезненное место, значит, проблема. И я помню, вы знаете, что вот у нас нужно в государстве, чтобы пришли прекрасные менеджеры. И вот я знаю одного такого менеджера, который стал возглавлять железные дороги. И вот ему вдруг пришла такая мысль, что, ах, очень мало платят аграрии за перевозку зерна. Давай-ка я подниму цену на дороге. А второй, не менее, так сказать, успешный менеджер сказал, а зачем мне платить тебе? Да я лучше накуплю в машины вот эти вот все зерновозы и буду возить. И в результате мы остались с вами без дорог. А ведь это и то, что мы... Почему? Если вывозится зерно, если экспорт, оно же должно как-то возвращаться в государство, а не только в частные компании, в карманы. И вот здесь это, конечно, проблема, которую нам нужно решать. И сегодня еще очень как бы острая проблема, она всегда, вот уже мы 20 лет как Рада занимается этими вопросами, вообще 25 лет, 26, это вопрос земли. Мы не знаем, что будет завтра, кто будет на нашей земле, останемся ли мы хозяевами на этой земле. И, к большому сожалению, вот даже мы прошли очень тяжелый путь, чтобы состояться как фермерами, чтобы как-то вот действительно достичь чего-то. Но нас все время вот стараются, вот, как, знаете, как бы вот уничтожать, уничтожать, уничтожать. Вот сегодня страшная как бы фискальная политика в том плане, вы знаете, охрана, трудовое законодательство, да, и охрана труда. Я уже говорила, вот мы только что в Измаильском районе, в Одесской области провели семинар, тоже в рамках украинского проекта «Бизнес-развитие плодовощеводства», и там все занимаются клубникой. Они все занимаются наемной силой. И получается, что как теперь? Механизмы не разработаны, у них человек приходит на 1-2 дня, если ты не заключил договор, штраф 320 тысяч, зачем? Где он? Они не возьмут такие. Понимаете, прежде чем вот пускать такие законы, наверное, нужно, вот как раньше, в принципе, шло обсуждение этих законов с общественными организациями, мы садились, мы прорабатывали вместе с законодателями. Сегодня это просто принимается там наверху. Увы, но я надеюсь, что у вас получится, ведь не зря 19 лет вы... этим занимаетесь, вы и ваши коллеги. Я вам желаю удачи. Спасибо поздравляю большое. Вас всех, всех жінок фермерів України вітаю зі святом, 8 березня. Нехай краще буде життя. Якщо у них буде справа йти на лад, то, мабуть, і всім нам буде краще. Побачимось в ефірі. Дякую.